18-летней девушке, пострадавшей в аварии в Козульском районе, срочно нужна помощь. Напомню, 22 июля на трассе М-53 рейсовый автобус, двигавшийся из Красноярска в Шарыпово, столкнулся с грузовиком. Анастасия Хохлова в тот момент находилась на пассажирском сиденье сразу за водителем. Врачам удалось ее спасти, но тяжелая черепно-мозговая травма, множественные переломы, глубокие ожоги 40% тела не прошли бесследно. Почти 4 месяца девушка находилась в отделении реанимации ожогового центра. Ей предстоит перенести еще несколько операций по пересадке кожи и длительную реабилитацию. Стоимость одного протеза для ноги сейчас составляет порядка 700 тысяч рублей. Также требуются аппараты, которые смогут заменить и руки. Всем, кто неравнодушен к чужой беде и готов помочь молодой девушке, звоните на телефон 8-913-193-57-26. 8-913-193-57-26. Финансовая поддержка, да и любая другая помощь сейчас очень нужны 18-летней Анастасии. По жизненным показаниям пришлось ей провести несколько ампутаций на нижней конечности, на кистях. И, слава богу, девочка выжила. Надеюсь, что это уже окончательно. И сейчас требуется тяжелый, долгий и очень дорогой процесс реабилитации. Требуется множественные реабилитационные мероприятия. То есть там, восстановление и ушной раковины, и протез, и ношение вот этого компрессионного белья в течение длительного времени, там до полугода, а может и больше, не знаю. То есть ожоги глубокие, третья-четвертой степени, скалечащие.